Приветствуем всех любителей футбола. Мелбет, первая лига потихонечку подходит к своему завершению. Сезон 22-23. Осталось всего несколько часов до подведения итогов, до того момента, когда турнирная таблица приобретет окончательный вид. По мячу. Ну а теперь ждем стартового свистка. Поехали. Началась встреча. Ворота Енисея. По картинке слева, справа, соответственно. 6 человек. Да, ну бьет Комков во вратарский угол низом мяч направил, что взаимопонимания не хватило. Ну вот повтор удара со стороны. Лишь 2 из 5 были реализованы. Кахин за штрафную врывается, рикошет и мяч. Мяч не оказывается в воротах каким-то чудом. Остался Климовичу. Еще раз смотрим. Удар Кахидзе, рикошет от Дашаева, штанга и отскок. Успешный, удачный для Климовича. Хотя там рядом был как раз таки Масловский. Чуть с отскоком Александру не повезло. Между тем еще одна атака Енисея. Кахидзе головой бьет. Александр Кахидзе, зимний новичок. Енисея, перебравшийся из Велеса. Никита Глушкова можно будет поучиться. Вот тут Ушатов красиво обыграл одного и заявки. Ивакин между тем выбирается на ударную позицию, бьет прямо в Климовича. Футболисты в желтых футболках. Вот еще раз Ивакин сам для себя момент и выбивает из своей штрафной. Подбор за гостями и удар. Самойлов его преследует и в подкате играет. Магомадов все-таки исполнил подачу. Опасно достаточно было. Так мяч вполне и в створ мог юркнуть на самом деле, но все же вылетел при этом за пределы поля и пока подняться. Ну, поднимается все-таки, да. Мяч получает и под левую. Это удар в створ. Первый удар в створ в плане Волги, который Старов под левую убирает и бьет Расул Гестаров в дальний угол. И это уже спасение от Андрея Климовича. Вытягивается. Действительно, попробуй еще обведи. Попробовал Гестаров. Но эффектный прыжок Андрея Климовича. Обстановку в этом отношении традиционно хорош. Здесь удар Гестарова снова с дальней дистанции в створ. Расул попадает, но Климович мяч накрывает. Ну и один из пенальти еще в первой части сезона забивал Анзор Саная. Комков, наконец-то Михаил штрафной с мячом. Возвращает Ивакину, Ярослав катит. И по своим воротам в итоге решил пробить здесь. Абазов прерывает эту передачу, но было близко. Рассмотрим, здесь Ивакин бить не стал. Катил на Ушатова, да. Ну и смотрим, Воронин подает. Опасно, Магомадов, скидка и мяч рядом со штангой пролетает. Туда Дашаев совсем немножко не успел. Кито мячу он не привел. Ну и в этот самый момент арбитр отправляет команды на перерыв. Еще раз смотрим, Магомадов забегает справа. Ивакин возвращает мяч в центр. Луташев бьет выше ворот. А если бы Михаилу Комкову оставил мяч? Еще раз. Момент, прострел Ивакина. Явно на Комкова здесь эту передачу Ярослав исполнял. Тройки Гестаров, Ушатов, Ивакин. Опасная атака, еще один момент. И хорошо разбирается снова Ярослав Ивакин. Включение Ушатова, и возвращает он мяч. Ярослав Дашаев, мяч головой принимается самоотверженно. Дальше против Шинника, уже в середине второго тайма. У нас атака и Волга, и Кирсанов бьет по воротам очень слабо, очень неточно. Радовали в этом отношении. Но и здесь. Здесь отскок от Рукаса получился. Вот он, Енисей 2 в действии. Польшиков слева входит в штрафную. Центр катит на Самойлова. И сам бьет. Ух, как опасно. Шедевральный получился бы Галешник. Еще раз смотрим. Снова Гестаров. Ну и можно вторым темпом что-то придумать. Низом передача. Польшиков возвращает Гестарову. И тот с левой заряжает ближний. Но и это уже спасение. Ну, конечно, Климович позицию занял. Верно. И сегодня пока же разыгрывает угловой Енисей. Гестаров бьет. Гестаров рикошет. В штангу мяч попадает. Отскакивает в поле. Очень опасно снова. Ну а пока видим здесь. Чуть-чуть прозевали этот момент футболисты Волги. Здесь Дашаев эту попытку блокировал. И Магомадов здорово играет. Мяч, Бардыбахин, можно пробить, но высоко мяч летит. Передача Магомадова не проходит. Ну и все на этом. Финальный свисток завершен. Матч заключительного тура МЛБ первой лиги. Енисей, Волга без забитых мячей обошлись, несмотря на солидное игровое преимущество красноярской команды.